Самый вредный совет для гитариста, который я только слышал в своей жизни. Вы, наверное, его тоже слышали. Он настолько ужасный, что те люди, которые ему следуют, так никогда и не научились толком играть на гитаре. Я сейчас назову этот совет, эту рекомендацию, а потом объясню, почему это хрень и как это работает на самом деле. Звучит так: если хочешь действительно научиться играть на гитаре, то будешь играть на любой. Но знаете, это вот как если пишут, что хороший гитарист сможет круто сыграть на любой гитаре. Нет ни одного топового гитариста, который таковым стал, потому что играл на бревне с проволокой из СССР. Это полная хрень. На самом деле все работает абсолютно наоборот. Чем лучше у тебя инструмент, тем лучше ты научишься играть. Но есть три условия. Первое, гитара должна быть удобной. То есть не как у любимого гитариста, а та, с которой будет удобно именно тебе. Второе, ты должен уметь сам настроить гитару. То есть не надо суперсложных гитар, которых ты не сможешь самостоятельно полностью отрегулировать. И третье, ты должен сделать так, чтобы тебе было по кайфу часами держать гитару в руках и играть на ней.